Санаторий «Лаба» знаменит не только на Кубани, но и далеко за ее пределами. Ежегодно на его базе оздоравливается более 10 тысяч человек. В преддверии своего юбилея, 45-летия, на территории санатория открылся новый корпус. Глава района приехал поздравить сотрудников здравницы с этим событием. Мы рассматриваем как санаторий «Лаба», так и в целом санаторно-курортную отрасль района. Это как большой шанс нас для развития всей территории, потому что если сюда будут люди приезжать со всей страны, будут приезжать платежеспособные, и они будут здесь поправлять свое здоровье, по выходным, по вечерам будут выезжать в центр города, мы обязательно приведем лучшее состояние, затем мечтаем котлованы привести в соответствие, и третий этап, мечтаем связать котлованы и центр, и санаторий «Лаба», который находится в этой части города, с какими-то велосипедными, маршрутными дорожками, с освещением, чтобы это был такой туристический маршрут. Спасибо вам за работу, за хороший имидж района. Дай Бог, чтобы здесь поправили здоровье, был хороший, комфортный отдых. И туризм, туристическая отрасль в Лабинском районе также активно развивалась, как и санаторий «Лаба» в эти минуты развивается. С праздником, дорогие друзья! Работы завершены, номера готовы к заселению. Все они оборудованы по высшим современным стандартам и предлагают новые возможности для отдыха и лечения. Лилит Саакян, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».